Да, мистер Холмс, что вы скажете по этому поводу? Давайте прибегнем к дедуктивному методу, джентльмены. Мы имеем с вами два тела. Одно лежит на полу, второе на столу. То есть на столе и на поле. Что-то я все время тут путаю. Из этого следует, что, значит, либо они спят, либо они сошли с ума. А сойти с ума можно только в трех случаях. А если вы женаты... Б, если вы платите ипотеку... Если вы с утра до ночи смотрите... Ватсон, любезный, а ну-ка отмотайте свой рассказ до того момента, как вышла горничная. Секунду, мистер Холмс. Дедуктивный метод в действии. Сэр Генри сидел и мирно смотрел телевизор. Его собака мирно лежала у него в ногах. Голубушка, я сказал собака, а вы стояли рядом и вытирали пыль. Я уже совсем запуталась. Его собака лежала мирно у него в ногах. И все было нормально до тех пор, пока сэр Генри не взял в руки... Что это, Берримор, овсянка? Нет, сэр. А что? Телевизионный пульт, сэр. Да. Было нормально до тех пор, пока сэр Генри не взял в руки телевизионный пульт. И что же было дальше? А дальше всем снесло крышу. Но каким образом? Хотите верьте, хотите не верьте, джентльмены, но дело было так. Однажды сэру Генри. Здравствуйте. А может быть, дворецкому? Нет, все-таки сэру Генри. Приспичило пожрать. Дал Берримор овсянки. Фу, какая гадость. Грамм думается 200. И вот и грамм под 300. А может, 305? Пришла к нему служанка. А может, писец Хадсон? А может быть, собака? Примчался из болот, и стали они драться, а может целоваться, а может быть кусаться, и умерли все, вот. А дальше? Но тут пришел дворецкий. Где вы ходите? А может не дворецкий? Да. А может это Элвис был? О. Узбекский Дон Жуан. А может это Глющенко? Он шел на Евровидение. Кто, кто, кто? В одной руке нес шарики. Ах, другой был в Питересе. И вот тогда дворецкий. Нет, все-таки не дворецкий. Меня уж вы достали. Туда-сюда мотать. Стал песни петь веселые. И сразу все ожили. И стали с днем жестянщика друг друга поздравлять. А смысл у этой пьесы, а может и не пьесы,
вы сроду не найдете. Его не знаю сам. Всему виною праздники, а может перегонщики, а может телевизор и лишние 100 грамм. Реальный, в мир конкретный, мы вернулись в этот зал. И подкрался незаметно очень странный, но финал. Пусть смеялись вы нередко, но ответьте на вопрос. И какой же из Христенко получился Шерлок Холмс?